Всем здорово, пацаны! Амир Тёма! 1/8 финала. Именно этот матч был самым топовским в этом туре, и поэтому я его прокомментирую. Качество, пацаны, за качество, извините. Я только могу вот прокомментировать такое качество. Поехали, ребятки. Тёма с правой руки, Амир с левой руки. Поехали. 1/8 финала. О, нифига, я что-то там писал, нахуй. Качество вот такое, ребятки. Вот такое качество. А ну, я могу его сделать лучше? Нет, не могу. Только вот такое качество, ребят. Сразу же мяч на половине поля Амира в уголке. Вот это сейчас опасненько. Можно... Зачем? Я бы бил на другую сторону, ебать. Нахуя? Зачем? Зачем? У меня был другой взгляд на этот удар, ребят, если честно. Другой взгляд. Разбивает Амир ворота Тёмы. Поджал Тёмыч, короче, Амира. Поджал. Жал и поджал. В уголке все. В уголке, пацанчики. Ну, это, блядь, гол, да? Ой-ой-ой, такой сложно будет Амира выбить, очень сложно. Гол. Ага, тут и забить-то сложно, ебать, нахуй. Не то, что выбить, а и забить, нахуй. Охуеть. Вроде мяч, пацаны, кажется, блядь, на ленте, да, а забить невозможно, блядь. Охуеть. Зачем так бил? Зачем? Это плюшка. Да? Да ну нахуй, ебать, чё вы творите, пацаны, лучше со мной бы так играли, нахуй, я бы вас двоих бы ебал, блядь, охуеть, 1-0, Амир выходит вперед. И опять мяч в уголке, блядь. Ну, такое же не выбить, нахуй, наверное. Или выбить. Выбил. Еще и угол защищенный, охуеть. Амир защищается хорошо, но Тёма нагнетает, Тёма атакует. Это прям как матч мне с Жекой напоминает. Я, блядь, атаковал, ебал, возил, нахуй, а в итоге проебал. Вот и, блядь, Тёма тоже сейчас, нахуй, возит. Хоп, Амир, блядь, первый шанс и гол. Да ебать, нахуй, пацаны, что это за справедливость такая уебаторская-то, нахуй? Это полный пиздец. Бля, я бы бил здесь, нахуй, ебать. Ай, пацаны очень много моментов не видят, нихуя. Ну, у каждого свой взгляд на удар. О, нихуя себе, 1-1, 1-1. Вот это уже интересно. Первая партия, ребят, 1/8 финала Winter Cup 2021.
Блять, такой, бля, если попасть, можно реально забить. Если отф... Ой, блять, ой, блять, ой, блять! Ебать, Амир въебывает первую партию, ведя 1-0. Охуеть. Итак, Тёма становится на один шаг ближе к 1-4, чем Амир. Хотя в этой паре, блядь, ну как бы фаворитов у меня не было, но я думал, Амир будет дрочить углы, а он, блядь, как бы их и не дрочит. Дрочит Тёма. Точнее, они дрочат оба углы, только на стороне Амира. Амир вообще не жмет, нихуя. Я удивлен. Я на самом деле удивлен. Да он сейчас подкатит. А, не, будет хуярить, будет бить. Ну, такой не забить вообще, нахуй. Невозможно, блядь. Да такой тоже невозможно, нахуй. Просто невозможно такой забить. Это нереально, ёпта, все ворота закрыты, нахуй. Ну да, только подкатить. Только подкатить. Опять Тёма жмет. Опять жмет. Амир не может перебраться на его сторону. Короче, игра напоминает меня с Жекой, нахуй. Амиру нихуя не везет. У Тёмы закатываются мячи. Ну, блядь, такое надо забивать, нахуй. Нихуя. А он такой сейчас может тупо вкатить. Угол пустой. Мне таких 100 штук забили, ебать. Да? Гол? Ебать, а такой нихуя не выбить. Это невозможно, ебать. Пиздец, это невозможно. 1-0, Тёма. Нихуя себе, блядь, это просто пиздец. Это просто пиздец. Я думал, Амир, блядь, Тёму 3-0 разъебет. Какой, блядь, сейчас 2-0, походу, будет, блядь. Если камбэка не будет, нихуя. Я просто в шоке. Просто в шоке. Гоу. Но это не везение тотальное, это пизда. 2-0. Ебать, вот почему, Амир, ты так со мной никогда не играл, блядь? Почему? Сколько у тебя ошибок в этой игре? Это пиздец. 2-0 Тёма ведет. Охуеть, блядь. Вот вам и фаворит, Амир, блядь. Ебануться, блядь. Ебануться, блядь. Охуеть. Чё, 2-0, ёпта. Я бы не сказал, что Амиру тотально не везет. Просто Тёма, блядь, просто его, блядь, зажимает и, блядь, бьет. Просто я хуй знает, блядь, не знаю. Не Амира, короче, день сегодня, ебать. Просто не Амира. Блядь. Не такой хуй забить, ебать. Просто хуй. Просто оборона, конечно, выстроена. Я ебу. Да и такой не забить. И такой не забить, ребятки. Блядь, все ворота у Тёмы, блядь, перекрыты. Просто, блядь. Ебать, я просто пока что в ахуе от нахуй и результата, если честно, блядь. Просто в ахуе. Ой, блядь, ну пизда. Но, пацаны, согласитесь, Тёме тоже везет с вот этими рикошетами, хуишетами, блядь. Согласитесь, ну это гол. Это гол. Ебануться, бля, ебать. Просто разрывает Амира. Просто в клочья разрывает, охуеть. Я в шоке, в шоке. Просто разъебывает, блядь.
Да, вот такой игры я реально не ожидал. Чтобы Амир, даже я думал, у них счет будет 3-2, нахуй. Пока 2-0, и, блядь, один гол, и все, Тёма, блядь, в 1-4, ебать. Ебать. Не то, что я в Тёму не верю, пацаны, но Амир был... Ебать! Все! Все, пацаны, 3-0, Амир проебывает Тёме, нахуй. Это просто сенсация, нахуй, ебать. Просто сенсация. А вы говорили, не будет сенсации, ебать. Хотя, это маленькая сенсация, потому что они как бы равны соперники, но я почему-то думал, Амир будет зажимать в углах. Ну, Тёма ему не дал, видите, вообще зажима никакого. Ну чё, Тём, поздравляю с 1-4, ребята. А с вами был Ромэн, подписан на канал. Дальше будем комментить игры в 1-4. В 1-4 будет еще крутые, круче пары. Пока, ребятки, с вас подписон и лайк.